Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Альянс строителей Оренбуржья напоминает специалистам Национального реестра в области строительства о необходимости прохождения независимой оценки квалификации для подтверждения членства в НРС. Еженедельно ассоциации «Нострой» из Национального реестра исключаются до 500 специалистов, не прошедших экзамен в регламентированный законодательством срок. Информация о сроках прохождения, а также запись на экзамен по телефону 506-888, добавочный 215-220-203. Обособленному предприятию электромашинный дивизион РЖД требуются начальник участка производства, мастер участка производства, технолог, токарь, электрослесарь, машинист моечных машин. Оформление по трудовому кодексу, конкурентоспособная заработная плата, достойный социальный пакет, обучение. Звонить с 8 до 17 часов по телефонам 8 922 530 68 54 или 8 950 187 73 45. Керамзитовый завод приглашает главного инженера, заработная плата 65 тысяч рублей, трактористов на Т-130, Т-170, электромонтера, мастера по ремонту техоборудования, рабочего, зарплата от 50 тысяч рублей, трудоустройство по трудовому кодексу, телефон 695-333. Требуется грузчик-сортировщик. Оплата ежедневно. Телефон 96-36-16. В крупную строительную компанию требуются разнорабочие на электромонтажный участок. Телефон 907-911. Требуются специалисты с экономическим образованием. Карьерный рост, стабильная зарплата. Обращаться в Оренбург, улица Чкалова, 35/1. Телефон 8-905-819-06-94. Требуется ковровщик, упаковщик и механик. Заработная плата от 40 тысяч рублей на руки. Телефон 92-77-88. В компанию «Профметалл» требуются стропольщики, оператор на производство, водитель погрузчика, слесарь по ремонту оборудования. Звонить 44-48-88. Требуется водитель на автобус «ПАС», развозка. Звонить 90-37-01. В стабильную организацию «Благоустроитель» требуются дорожные рабочие, водители грузовых автомобилей и погрузчиков, машинисты катков, сторож, а также кладовщик. Заработная плата достойная. Телефон 61-52-27. В гостиницу «Виктория» требуется ночная горничная. График 2 ночи через 2 ночи. Телефон 220-919. Требуются монтажники заборов. Обращаться по телефону 23-53-23. Требуются охранники в Южной. Звонить 96-48-86. Требуется водитель на шахман и машинист катка. Телефон 90-73-63. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.